И продолжаем говорить о безопасности. На этот раз, к сожалению, трагической сводкой происшествий. Страшная авария произошла во вторник утром на перекрестке у комбикормового завода. Разбилось сразу три автомобиля. Виновник ДТП, серебристая БМВ, выехала на встречку по неустановленной причине. Скорее всего, он не справился с управлением. Сначала столкнулся с малолитражкой, потом протаранил «Жигули». На место происшествия выехала МЧС и бригада скорой помощи, но женщина, управлявшая «Шевроле», так и не дождалась помощи и умерла на месте аварии. В результате данного ДТП погиб водитель «Шевроле Авео» и пострадал водитель БМВ. Дальнейшее следствие будет проводить следственный отдел ОМВД по Клинскому району по факту данного ДТП. Из неофициальных источников мы выяснили, лихач, спровоцировавший ДТП, проживает в селе Петровское и неоднократно попадал в аварии из-за нарушения скоростного режима. Сейчас он лежит в реанимации, а следственный отдел выясняет причины трагедии. Если вина водителя иномарки будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы.